Растет ребенок, но уже видно брутальное совершенно лицо настоящего курильского коктейля, великолепно развитая линия лба, плоская, при этом очень плавная, хорошая линия профиля, вот именно нос у нас отлично идет, развитый подбородок. Тяжелое тело такое, хорошее, великолепный бубик, хвостик, боимся, конечно, еще всего. Очень мне нравится окрас. Подвисните, пожалуйста. Пошли у нас драгоценные окрасы. Это золотой окрас. Посмотрите, как он потрясающе смотрится. Такой у нас великолепный подшерсток, посмотрите. Абсолютно абрикосовый до самого корня. Очень приятного, насыщенного тона. Что-то говорит, что все-таки это черное хвостик. Это у нас такой идет... Слегка, просто это 12-й тон. Чуть-чуть затемнены самые-самые кончики. Практически вот совершенно чуть-чуть. Очень светлая у вас нижняя часть. Не белая, а именно высветлена. Как должно быть у этого окраса. Очень приятная сила. Держи, пожалуйста, я чувствую просто мускулатуру, не могу подняться. Отличный прямоугольный бастах, как должно быть у британа прямоугольное тело. Это ребенок, но тем не менее уже параметры взрослого животного у него на лицо. Очень плотная текстура шерсти и, конечно, вот эта округлая голова с великолепными выраженными щеками. А глаза какие зеленые, боже мой. Просто молодая зелень. Где ты взяла ее такое, а? Еще же только зима. Великолепное расположение ушей. Вот такое совершенно уникальный котик у нас присутствует на выставке. Аплодисменты, пожалуйста. Коктейлы, это очень радует, и так часто встречаются на выставке курильские коктейлы, да еще в таком великолепном качестве. Это всегда очень приятно. Вот у этой девочки тоже тело просто потрясающее. Поставьте, покажите, пожалуйста. Я помню, не так именно короткое тело, да. Очень короткое, компактное тело, когда поднимаем, чувствуем, что там мышечная масса великолепна. Просто развита, потому что ничто так не весит, как хорошее мышцы, да. Тело тяжелое. Хвостик. Посмотрите, какой у нас великолепный хвостик. Посмотрите, какой у нас роскошный просто хвост. А шерсть на хвостике обычно чуть-чуть длиннее, чем по корпусу. И вот создается такое великолепное впечатление маленького такого, как у зайчика, хвостика. Отличная голова, очень правильно к ней. С отлично выраженным подбородком. Профиль развивается очень правильно. Шерсть еще чуть-чуть мягковата, поскольку это маленький ребенок. Еще. Но великолепная, теплая, как положено. Не замерзли ни в какую зиму. Кстати, шерсть у них совершенно необыкновенная, как у всех аборигенных пород. Не намокающая. Очень долго нужно будет, чтобы оно намокло, потому что все просто скатывается по шерсти. Долго думаю, как же их показывать, чтобы хвостик был виден. Вот такое вот чудо у нас. Аплодисменты, пожалуйста. Следующая девочка-черепашка.
совершенно необыкновенного такого лоскутная черепаха, так называемая, или калико. То есть на белом у нас вот такие локальные прокрасы идут, разных цветов. Потрясающий грунт. Она сегодня была у меня уже. Да, спасибо большое. Это действительно достойно всяких похвал и аплодисментов, потому что грунт просто действительно великолепный. Вы посмотрите, какая текстура. Какой хвост. Какая воздушная текстура шерсти. Кипень на белых участках. Но если бы это было еще всего, посмотрите, как оформлено воротником и какие породные качества у нас на лицо. Великолепное совершенно открытое лицо. Огромные глаза очень широкого подстава создают такой бодисплей. Великолепный развит подбородок. Я даже не знаю, что тут можно вот почему-то сдраться, сказать, чтобы ну так. Ничего, тут просто все великолепно. Кукла прямо изысканная кукла, я сказала, и в очень хороших руках, потому что подготовлена просто идеально. Аплодисменты, пожалуйста. Следующий мальчик мне очень понравился. Совершенно брутальный. Я представляю, какой он будет, когда он вырастет. Очень интересного окраса. Белый с несколькими буквальными раскиданными пятнами красного цвета по телу. Это Агнескин. Немножко стесняется. Хвостик у нас тут поджал. Я тоже долго искала. Долго искала, но я нашла. Хвостик есть. Мы слегка его поджимаем. Стесняемся немножко, но здесь мне очень нравится голова. Смотрите, какой взгляд, какой брутальный вид. Великолепная голова именно трапециевидной формы, еще раз даст в ширину сделан это мальчик, будет потрясающий Казанова. А сразу ушки поставил. Мне, да? Аплодисменты, пожалуйста. Так, следующий у нас мальчик с лицом обворожительным. Как у девочки, тоже окрас Армельсин. На белоснежном совершенно фоне вот несколько таких очень ярких, как вы видите, каких интересных пятен. Потом покажу, пожалуйста. А здесь просто косичка. Вот смотрите, портик, как бы это показать. Сзади. Вот посмотрите, как интересно природа придумала. Волки у нас прокрашен, и идет просто как бы косичка, слегка заходит на тело. Просто потрясающе это смотрится. Великолепная белоснежная шерсть, воздушная совершенно текстуры, потрясающая голова. Хочу сразу обратить внимание на наполнение лба. Это очень важно у этой породы. Посмотрите, какой великолепный, крутой, наполненный лоб. При этом развитый подбородок, великолепное открытое лицо, широкие большие глаза. Ушек нет. На самом деле они есть. Маленькие-маленькие, настолько хорошо прижаты к голове, что абсолютно не видно, что они есть. Можем только наблюдать небольшие такие реснички, как бы из ушей. Да, это вот щеточки, которые выдаются, где находятся ушки. Немножко стесняемся, да? Отлично, подготовь первая выставка, да? Ничего, я думаю, натренирует, будет себя показывать. Вот так вот. А вы говорили. Все мы умеем показывать. Вообще нам никто не нужен. Мы совершенно самостоятельно можем показать всю нашу красоту. Великолепный оформленный воротник. Кружевной совершенно. Великолепный ребенок. Поаплодируйте ему, пожалуйста. Черная черепаха, лоскутная калико, если вы с рисунком, отлично выражена. Великолепно опущенный хвостик.
роскошная совершенно шерсть, шелковистая.